Ну и давайте от темы благоустройства далеко сейчас уходить не будем. Начались работы в Демидовском сквере. В ближайшее время любимое место отдыха ярославцев преобразится. Здесь появятся новые зоны отдыха, изменится и ландшафт. Сквер озеленят, и мы там сможем увидеть новые кустарники. Также замене подлежит и подсветка фонтана в центре парка. Помимо ламп, изменится весь принцип освещения. Проведение работ стало возможным благодаря финансированию со стороны правительства Москвы, выделенному на обновление центра Ярославля в рамках соглашения, которое подписали глава региона Дмитрий Миронов и мэр столицы Сергей Собянин. Наша цель сделать так, чтобы здесь захотелось не просто пройтись насквозь, а остановиться. Остановиться, посидеть, почитать, отдохнуть, погулять с детьми, может быть, подготовиться к лекциям студентам медакадемии и так далее.